В городском округе начали проверку ресурсоснабжающих организаций на их готовность к зиме. В числе первых – Люберецкий водоканал. Барабан поворачивается, вот там насос стоит. 75 спецмашин и 600 сотрудников Люберецкого водоканала готовы к предстоящим холодам. Это предприятие, которое работает 24/7. Здесь отлажена работа как в штатных ситуациях, так и в аварийных. Техника, в принципе, 100% мы обеспечены. Это два экскаватора, каналопромывочная машина, дежурный автомобиль. Каждый день бригада в дежурном режиме находится на предприятии, и при поступлении заявки она оперативно выезжает на место. Чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать ЧП, на предприятии ежедневно дежурит по 20 человек. Оценить степень готовности личного состава к зимнему сезону приехал Владимир Волков. Он осмотрел спецтранспорт и дополнительное оборудование для ликвидации аварийных ситуаций. Предприятие готово на 100%. И, конечно же, мы в течение еще полутора-двух недель объедем все предприятия, проверим, чтобы вот такой вот уровень, такая подготовка была достойная у каждого предприятия, у каждого руководителя, чтобы нам пройти зимний период достойно. Теперь в очереди на проверку управляющие компании, дорожные службы, а также все, кто задействован в обслуживании округа. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.